Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня я буду делать обзор очень крутого проекта под названием City Ember. Ребята, давайте пройду краткую регистрацию, я пишу команду регистр и мой пароль. Регистр. Ребята, вот кто не помнит, я уже делал когда-то обзор на этот проект, он мне очень сильно понравился, проект очень классный, очень улетный, очень годный. И поэтому, ребята, я решил сделать еще один обзор. Так, все, я ввел мой пароль. Так, давайте, ребят, теперь выйдем с меню чата. Ну что, это наш спавн. Спавн очень классный. Так, ребят, сразу видим цены на донат. VIP 50 рублей, премиум 70, креатив 120. Скажу вам так, ребята, что цены очень даже дешевые, потому что я сколько не делал обзоров серверов, цены всегда были дороже. То есть цены у нас довольно-таки приемлемые. Дальше тут есть варп-пвп, варп-шоп, варп-рынок. Ничего себе, как много всего. Портал ват, устроиться на работу, казино, сплив. Слушайте, ребят, очень даже неплохо. Очень большой набор всего. Сервак мне очень сильно нравится. Также, ребята, один момент, пожалуйста, не обращайте внимания на мой скин, потому что я себе, ребят, менял прошивку, и поэтому мой скин потерялся. Но уже в следующем ролике я буду снимать видео с моим скином. Поэтому, пожалуйста, ребята, не обижайтесь. Так, ну что, как я понимаю, это наша PvP-арена. Ну, скажу вам так, ребят, врать не буду, PvP-арена очень простая. Ну, в принципе, простота, и тем более она прям на спавне. Смотрите, ребят, внимание, вот это спавн, и буквально, блин, 5 блоков, и уже наша PvP-арена. То есть PvP-арена очень-очень даже рядышком. Так, ну что, давайте дальше. Ага, запрещено. PvP во флае. О, тут даже есть правила PvP-арены, ну просто за это... Создатель, держи пятюню. ПВП в креативе, нарушение. Сначала предупреждение, потом кик или бан. Слушайте, ну, мне очень нравится. Особенно мне нравятся правила этого сервера. Ребята, внимание, версия сервера 1.0. Так, ну что, давайте варп-шоп. Вот, ребята, у нас магазин, это второй этаж. В этом магазине у нас есть алмазная броня, железная броня. Также у нас есть оружие. И знаете, что я вам скажу? Что тут нет алмазных блоков, тут нет золотых блоков, тут нет железных блоков. Ребят, тут реально нет халявы. А ну-ка, давайте попытаюсь что-то купить. Вот, допустим, алмазный нагрудник. У вас недостаточно денег для покупки. Блин, я просто влюбился в этот проект, потому что, ребят, тут нет халявы. Просто идеальный проект, всем рекомендую. Конечно же, IP и порт есть в описании. Блин, у меня даже нету денег на железную бронь. Ну, хоть на железный шлем хватит, и на это нету. А у меня вообще нету денег. Слушайте, мне нравится. Наверное, я даже буду без записи иногда играть. Так, идемте дальше. Что же у нас есть еще интересное? Так, это у нас донат. Ну, в принципе, ничего такого особенного. Магазин, PvP-арена, автошахта, портал в ад. О, давайте варп-портал. И я загляну в наш ад. Так, ну чё, наш портал в ад. Еху, я прихожу на сторону зла. Слушайте, тут даже есть такой мини-спавн. Ой-ой-ой, чуть не упал. Не-не-не-не, я еще слишком молод, мне умирать нежелательно. Я еще хочу сделать обзоры на многие сервера, поэтому мне умирать точно не надо. Слушайте, как же все круто сделано, да? Это у нас такой своеродный спавн. Тут еще не хватает красной дорожки для кента. Слушайте, мне очень нравится, потому что сделано очень годно. Видно, что создатель вложил душу в этот проект. Так, обратно на спавн. Ага, тут еще есть глобальный чат. То есть, чтобы писать в глобальный чат, чтобы видели все игроки, которые играют на сервере, вам необходимо поставить знак восклицания. Ага, понятно, понятно. О, тут уже какой-то игрок зашел. Креатив, ты кто такой? А ну-ка. Кент, это ты. Ничего себе. Тут, по всей видимости, мой подписчик играет. Ну, здорово, братан, здорово, здорово. Ага, тут даже есть кланы. Видите, ребят, пишут без клана. Ну что, ребята, вроде вкратце я сделал обзор этого проекта. Конечно же, IP-порт есть в описании. Повторюсь, ребята, что версия 1.0. Даже для моих любимых подписчиков я ставлю ссылочку на актуальную версию. То есть вы скачаете версию, потом добавите этот сервер в избранный и будете играть вместе со мной. С вами был ваш Кент. Всем удачи и всем пока.